Всем доброе утро. Сейчас приехала с самого утра, с 7 утра на 7 километр к нам здесь. Мне надо кое-что посмотреть. Вот. Приехала, сижу пока в машине, жду. Сейчас покажу, все пусто, еще стоянка вот пустая. Машин мало. Все закрыты еще. Практически все. Вот так вот. Кстати, на улице прохладно, в джинсах, в кофте. Вот, потому что вышла с квартиры. Чувствуется прям свежачок такой. Ребят, посмотрите, вот сегодня суббота, 8 часов уже утра. Мы все сделали, все дела сделали. Могу сказать, что несколько лет назад в это время здесь было очень-очень-очень много людей. А сейчас пусто, поэтому кто хочет на 7 километр, приезжайте немножко раньше. И можно справиться за полчаса, все, что вам надо, сделайте. Людей нету, круто так. Ходишь все по свободному ряду. Так, а ближе к 10, к 11 тут будет забито все. Сейчас сижу, кушаю вот такой вот вкусный хачапури. Посмотрите, какие прикольные стаканчики есть. Вот садочка необычные. И вот тут вот даже можно сделать трубочку, пробить дырочку, и будет дырочка в стаканчике. Кто видел такие стаканчики, пишите. Так, ну что, мы уже все собрались и едем к бабушке. Hello. Короче, в полном составе. У нас тут пробка. Что такое там? Стесняешься. В глаз что-то попало. И раз в кресле. Еле-еле влез, бедненький, голова вон уже не влазит. Нет. Выключен кондёр. Включи. Я сейчас окно открою. Открой пока у себя окно, если тебе жарко. Ну, тебе удобно сидеть? Что-то голова подпирает. Я вообще не понимаю. Чего не убрали кресло? Ну, забыли убрать. Да. Короче, у нас тут такая случилась ситуация. У нас во дворе поставили такой аппарат, очищающий воду. Там 8 этапов чистки, да? 9. А, 9? Ну, короче, у нас там у Жени есть, у подружки нашей соседки есть, прибор, который измеряет воду. Норма там, она говорит, что-то то ли 16, то ли 18, где-то так. Ну, мы сделали пробу воды, которая в кране, вода, которая в этом аппарате, и воду, которую мы заказываем в бутлях, якобы очищенная вода. Ну, и оказалось, вот это с аппарата во дворе у нас 13, да? Норма. В кране 200, а вот эту воду, которую мы покупаем за 50 гривен, 20-литровый бутыль, 262 цифру показала. Настолько ужасная вода, вообще ужас. Мы сейчас едем в шоке под впечатлением, да? Ну, просто. Получается хуже, чем из-под крана. Вот так вот. Теперь будем брать воду, которую во дворе вот это вот... С аппарата. Воду, там, кстати, стоит гривна литр. А, хотим еще у бабушки набрать сейчас воды и тоже потом привезем, протестируем ее. Даже если она будет плохая, я буду ее пить, потому что она самая вкусная. Да. Она очень вкусная. Получше, чем дети любят ее, эту воду. Они пьют там, кстати, воду из-под крана. Тут попали в пробку на плата. Говорю. Кто-то припарковался, наверное, и мы не можем разъехаться худой, теперь. Слушай, стоим. Худой. Мы приехали первым делом, кого отпустили? Жук! 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 Мы когда приезжаем, все время отпускаем жука. Он рад, 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 счастливый. Кстати, у него новый ошейник. Да, дедушка. Ну! Рад, рад, счастливый. Мама, открой, только не порви. Сейчас, там надо этот постелить, матрасик. Диана, ой, Настя не сильно его празднует. Привет, привет, привет. Только мы с Дианочкой его любим, да? Хороший бабушка жук. Бабушка тоже его любит. Ну, конечно. Он, кстати, пописан. Да, очень. Идем посмотрим, у нас тут инжир есть. Ну что тут, он есть плоды он уже? Да. Этот маленький, конечно, да, вот этот. А тут есть плоды или нету? Есть, есть. На маленьком. Нету, да? Жук. Кстати, он а вот такой. Это вот, посмотрите, какой огромный такой куст. Так, класс. Не думаете, что... Круто. Огроменный, да, уже разросся? Давайте, а где плоды? Покажи мне хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Хоть как...
О, вот! О, уже такие прям реально хорошие, вот смотрите. Вот, в сентябре должны уже быть готовы. А ну-ка. Вот. Они мало в этом году? Да, есть, вот, есть. Маленькие вот, есть. А вот, смотри, мам, большой. Я видела, тот показывала. О, а тут вообще, Диан, это самый большой, вот, смотрите. Это больше, чем тот первый. Да, вот. Мне кажется, в этом году меньше, или это так кажется? Ого, а, смотри, вот, посмотрите, сколько на веточке. Убери ручку, три. Три. Угу. А вот еще маленькие, смотри. Вот, есть вот мой. Это, вот, вот раз. Вот это тоже, вот это уже. Все плоды, да? Да, да, есть. Класс. Ну, короче, тут уже есть плоды. Короче, будем скоро кушать инжир. Ну, куст огроменный, да? А что да, такое инжир? Вот. Смотрите, какой огромный. Мама, вот, а выше такое... Дианы и шире, наверное, в раз 10. Мама, а что такое инжир? Ну, помнишь, мы осенью прошлой кушали такие плоды вкусненькие. Пойдем. Ну, ладно. Тут у нас, кстати, инжир желтый. А вот это вот посадили фиолетовые плоды будут. Да, вот эти, да? Ну, в этом году еще, наверное, или будет, Махмуд. Здравствуйте. Вот это вот, интересно, да. Вот это вот не плоды, вот смотри. Видишь? Вот это вот, посмотри, аккуратно листики. Вот это вот. Да, это они. Это плод? Да. И вот, смотри, вот. И вот. Да, которые они идут после вот этого. Возле листиков, да? Между листиками. С... А, так мы еще и попробуем в этом году тут тоже... Плоды. А ничего вот себе. Вот да, 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 правильно, Дианочка, ты говоришь. Класс. Тут у бабушки вот такая красота, цветочки. Что тут еще есть? Кстати, в прошлый раз, 3 недели назад, тут цвел у нас кактус. Очень красивый был цветок такой. Ну, уже все отцвел. Да, да, да. А там вон дедуля у нас. Привет. Мы тут готовим шашлычочек. Сегодня будем кушать курицу. Это курица же, да? Да. Да. А там у нас вот пульки на завтра. Тут у нас готовится костер. Ахмед там у нас по костру. Это необычно. Да успокойся, обычный честно, камень. Это обычный камень? Ну что-то. Может уголь? Да не, идем покажем. Да я уже представляю, что папа тебе сейчас расскажет. Что это за драгоценный камень. Как обстановка у нас? Ой. А, уже почти готово? Почти готово. Так ехать, если что, за мамой? А что, можно мама? Да, сказала, можно забрать ее. Побольше. Так, а мы с Дианочкой ждем Настю. О, пришла. Везу Настю сейчас куда? Скажите. Чего это, скажите? На маникюр. Да. Едем на маникюрчик. Будем обновлять. А потом а вы пишите свои предположения, как думаете, какой цвет у Насти будет в этот раз? Я, если честно, я сама не знаю, какой кстати, цвет будет. Кстати, когда мы будем возвращаться домой. В прошлый раз ты тоже не знала, какой да. цвет будет. Мама, когда да. мы будем возвращаться, мы бабушку заберем. Да, мы сейчас едем а еще к бабушке. А когда мы будем уезжать за Настей, отвезем бабушку. Да? Да. Мы посмотрим, как там. Бабушка да. на работе, мы ее сейчас забираем. Но если будет долго... На ужин будет. Хотим забрать ее. А я еду делать маникюр. Я уже поела просто. Так, вот тут вот у нас, кстати, хочу вам показать, делают набережную и парк Дубая будет. Смотрите, тут работы кипят. Вот, 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 вот. Лошади, да, пока нет. Скоро уже будет открытие, поэтому обязательно вам покажем, что тут будет. Наша бабуля. Будет твое счастье. Привет. 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 Hello. Вы что, снимаете? Конечно, привет. Привет. Диана. Вот так. Привет, я соскучилась. Вот так я встреча. Говорю. Ладно, поехали. Страшно. А теле? Сделай
На вас тоже попало? Ну, нет, ну, я переживала же это. Ну, нормалек, да? Нормалек, сейчас я его говорю. Сигарета мокрая. Планирует одно, а потом делает вообще другое. Ну, ты планировала один цвет маникюра, и получился у тебя другой. Покажи! Вот. Класс, так красиво, вообще цвет обалденный. Тебе нравится? Да, под мой телефончик. Это да, как кстати. Ну все. Я вообще планировала сделать френч, только французский не белый, чтобы был там ага. Этот ободок, а красный. Но потом, типа, мастер сказала, что лучше выделить, но мне не сильно понравилось, что оно будет как бы розовое, насильно розовое, короче. Короче, ты на ходу передумала, ну молодец. Я изначально вообще блестящий потом хотела, но потом какая-то... Короче, ты, да, оно же всегда так хочется, все хочется, а потом... А потом... Ну, и так красиво, все, умничка.